проводник — это тот, кто идет рядом, а не тот, как бы ученик пришел к учителю и спрашивает: слушай, что мне делать? Тот говорит: слушай, делаешь вот это, вот это, вот это, вот это. То есть в чем суть этого направления, вообще этого пути без пути? В том, что вы сами себе ученик и сами себе учитель. И это именно тот формат, когда вы взаимодействуете. То есть сейчас мы подходим к чему? Вот этому взаимодействию со своей собственной личностью. Но прежде чем с ней взаимодействовать, как я уже говорила, очень важно ее улавливать. Вы ощущаете, сколько происходит изменений? Теперь те источники информационные, которые говорят о том, что просветление возможно вот так за одну секунду, улавливаете, что это нереально? Ни для психики, ни для физиологии тела, ни для миропонимания. То есть куда эта вся конструкция денется? У человека за время обусловленности своей личностью, обусловленности своим персонажем, что происходит? Не просто человек внутри своего мышления, у него есть парадигма мира, парадигма представления о мире. Он как бы оживляет ее собой, да? Он находится внутри. Теперь смотрите, чего человек не замечает еще. У человека есть парадигма того, как он смотрит на это, то, как он подходит к нему, взаимодействуя с этим миром, взаимодействуя с собой в этом мире. Вы должны не только слушать себя, но и слушать другого, и как бы смотреть, встраиваться в этого человека. Помните, мы сканировали, да, другого человека, какой он, что у него, зов, его все показатели и так далее. И вот в этом уже уровне практики я хочу сказать потом по-другому, но это уже будет дальше. Когда вы будете сканировать другого, как он сканирует вас, более сложный уровень. Мы сейчас пойдем от того, что я вызову, и мы будем смотреть, разбираться с правдой, как она ощущается. Как определять, где есть правда, где есть неправда, где я себе вру, а где не вру? Если мы рассматриваем какого-то постороннего человека, например, приходит какой-то родственник, и там, неважно, маленькие дети играют, вот они там себя как-то ведут, и мы такие можем сидеть и говорить: слушай, смотри, ребенок как себя ведет, вот он там не слушается, там, да, или там, допустим, а смотри, папа не обращает на него, ребенок плачет, а он там, допустим, мы же видим правду, ну, как бы мы же видим, так как бы оцениваем, что происходит. Человеку очень трудно дается смотреть на себя со стороны, объективно. Потому что личность успевает, что у нее два конька. Либо она начинает забивать, то есть чувство вины, недовольство, удовлетворенность, все плохо, да? У кого-то хорошо, зелено, красиво, воздушно, у меня все плохо. Либо другая крайность, это раздутая ЧСВ. Врача говорит: не, у меня все классно, меня любят, вообще у меня всегда все получается. И в том и в другом случае это отклонение от середины, отклонение от золотого сечения. Здесь разговор не идет о том, чтобы человек был правильным. Здесь разговор просто, ну, например, женская тематика, там, диеты, там, или еще что-то. Я точно знаю, что надо урезать сладкое, там, да, и вот так вечером сижу, и, допустим, хочу торт. Я понимаю, что я хочу торт, я понимаю, что я буду жалеть, я понимаю, что я, в принципе, договаривалась сама с собой, допустим, не есть. Но я могу себе сказать: да, осознаю последствия. Да, вижу, что потакаю, да, придумываю, что мне грустно, скучно, дождь за окном, неважно, еще что-то, просто хочется сладеньким. Но фактически, чем больше на это смотришь, просто понимаешь, осознаешь и ощущаешь, что ты себе потакаешь. Как бы, ага, мне скучно, мне хочется каких-то впечатлений. И здесь торт начинает играть вот этот заместитель, да, этих впечатлений. Правда, это то, что человека вытягивает вот в это золотое сечение. И как бы, да, делаю какую-то уступку себе, да, потакаю, да, понимаю, что сейчас не могу по-другому. Но я хотя бы вижу, что это так. Но если мы не вскроем механизм личности, дальше пойдет только отклонение. Фильм «Матрица» смотрели? Увидели, когда жучок был подсажен? Вот если этого жучка не обнаружить, его вытащить невозможно, потому что ты даже не знаешь, что он есть. То есть наша задача сейчас обнаружить вот этот формат, где я, а где моя личность. Нам надо пока разобраться, что такое личность. Потому что она фактически главный возмутитель спокойствия, то есть главный провокатор. Давайте я задам такой вопрос. Есть ли люди, существуют независимо сами по себе, вне вас, помимо вас? То смысл что-то проецировать? Например, у этого человека программа вас убить. Яна, я вот сейчас отвечал на ваш вопрос, и почему-то у меня поменялось опять направление проекции, и поменялось оно на то, что получается, что я проецирую сам себя. И вот из этой проекции получается потом все остальное. Абсолютно верно.
Причем вы проецируете представление себя, это представление, вот этот образ себя включает всю парадигму реальности. И, конечно, сейчас очень странно и страшно даже, как я могу знать там про квантовую механику, физику, дронный коллайдер, неважно, что я и это знаю, и это знаю. Подсказка какая? Ночной сон. Вот вы в ночной сон, вы не заходите и говорите, так, здесь будет вот так, здесь будет вот тут шкаф стоять, вот тут будет стоять стул, да, вот тут отсюда я зайду, вот здесь я выйду. Вы же этого не делаете, вы попадаете в определенную частоту, где какие-то заданные параметры сна имеют место быть, и здесь что-то все развивается. Только разница между ночным сном и сном абсолюта, то есть дневным бодрствованием человека, в чем? Кто-нибудь обращал внимание? Когда вы хотите обнаружить что-то помимо себя, вы попадаете сразу в целеполагание, достигателя. И тогда ментал начнет вам подстраивать по изучению вашей частоты, он начнет вам давать такие ответы, версии, варианты. Это не будет ответом, это будет плацебо, но это будет очень съедобно. Ну, как бы, да, логично, нравится. Или, ну, не очень логично, еще почитай что-нибудь. Но это не будет ответом. Это будет заманивание в иллюзию ответа. Я сейчас веду к тому, что если что-то не открывается с тобой, то, значит, нету внутренней еще пока готовности это знать. То есть, смотрите, вот эти все концепции, если вы не будете с собой говорить, вы никогда не увидите, они вас контролируют. Это вот те щупальца в матрице, да, которые впиваются в тело человека, он их даже не замечает, они питаются им. И сами эти щупальца, они не скажут, слушай, ну все, сколько я уже могу выпить твоей крови, как бы, до свидания, я пошла. Нет, так не будет. Вы сами должны обнаружить, ага, с чего я взял, что я этому доверяю. Что я отметил, то, что ну, вот основное количество мыслей у меня, они такие не окрашенные. То есть они такие средние, вообще ни о чем там. Вижу штору, там, я мыслю, я думаю, я начал думать. Отличие между мыслями после каждого сброса настроек. То есть они однотипные или они, например, один раз штора, а другой раз для чего вся эта жизнь там, например? Такого накала фраз, как «зачем мне вся эта жизнь?» их вообще даже близко нет. Нет ни позитива, ни негатива. Если в начале делания упражнения в животе достаточно сильно отзывалось, и потом еще в течение дня все это происходило, потом к пятнице как-то все так выровнялось, то есть очень такие слабые стали сигналы. А вопрос такой, когда делается сброс настроек, хорошо улавливается заход этой мысли? Ну, не всегда, иногда они как-то появляются так очень слабенько. И это просто выработался, скажем так, иммунитет. У нас там такой практический вот этот фактор. Прежде чем иметь взаимодействие со смыслом, нужно тотальное ответственное наблюдение за тем, как вы рассматриваете смысл. Потому что есть две частоты ответа. Есть ментальный смысл, а есть сущность. И с позиции какой частоты вы рассматриваете ответ? Или как бы ожидаете ответ? Потому что когда вы обнаруживаете, что ага, вот это присуще моему смыслу, моему миропониманию, моей парадигме, то есть ментальная концепция. Но сущностный смысл, он совсем другой. Но прежде чем подойти к сущностному, надо увидеть, что препятствует обнаружению сущностного смысла. И вот такие вопросы и такое проговаривание слух, и это вскрывает. Любой автоматизм – это система сна. Это там, где вы не контролируете, там, где что-то живет вами, но не вы живете этим. То есть, что это такое за автоматизм? Это попытка отвлечься. Это попытка передохнуть, где-то спрятаться, придумать себе какую-то воображаемую нишу или еще что-то. Вы хотите сказать, что оно вами управляет? Вот, допустим, вы идете, и вдруг раз какая-то... Стоп! А это откуда взялось? Оно меня куда-то зовет. Так, а если я не пойду? Что с этим будет происходить? Личность везде одна. Вариабельность ее рисунка разная. И как только вы уловите механизм личности себя, вы будете точно знать, что происходит с любым другим человеком через его голос, через выражение его глаз, через ощущение, которое идет от него. Постепенно костыли убираем, идем своими ножками, ногами духа, ногами духа, ногами духа.